вряд ли будет очень слышно, но с другой стороны, ваш этот почти СМР. Ай да, Лёля, ай да, молодец. Что, решила так замутить? Говорят, не показывай дуракам недоделанную работу. Ну вы же у нас не дураки.
Вытягивайся. Прям Ленинград Бога Шивы, блин. Может, что-то как-то поставить. Не знаю, вообще-то видно. Там же такая штука, блин, интересная пропадает. Вообще она пооранжевее. Это у нас как бы облепиха. Заснять для кукинга в школе. Так. Процесс взбивания облепихи. Интересно, у меня там есть стакан сакера? Фу, блин, стакан облепихи. И так он облепихи. Стакан сахара. Надо в какую-нибудь чашку-то вбивать. Мне еще пригодится. Где любовина? Как-то кое-кто в свое время сломал вторую штуку, придется только со мной. Ну, с дьяволом. Везде, ну, почти везде это происходит. Да не писал сеточка там где. Ну, так как я это буду только в начало и конец сувать заставки. Халат бы сейчас мог делать. Так, явно не этой штукой надо забивать. Или надо тупо больше штуковину. Разжить и не падай. Кстати, у меня тут мура это. Чай типа с молоком. Нет, это какая-то, по-моему, какая-то не часть молока. Ибо молоко было разбодяженное и подавалось с левой информацией. Ну, надо фоткаем это. Как бы, типа, результат бытия.
нею перевернута. Надо чем-то подковырнуть и понять, сладкое оно или нет. Вроде как да. Ромашки, правда? Ну да. Красные. Я как бы понимаю, что Google мне есть помощь. Не все я буду проклинать, то есть-то. Ну ладно, я вышла. Может, надо было ту же фигуру делать. Ладно, это был моим потом. Значит, наверное, все одну фигню делать. Типа насадка для блендера. Ой, на тапочках окно. А может и нет. Ладно, все равно тут завтра убираться. Так как у меня не получается делать стрим на кухне, то пусть будет. Тот там просил же окно на камеру спаять. Тут я вроде даже поела еще. Так вот так. Что тут нафиг за фигня? Не надо тут мне никаких стул. Спарите нафиг.
какие-то ажурные, пенокени. Пари в оку. Пари. Вот мне он говорил. День животное. Ну вот, блин. Вот дерьмо собачье. Уйди, не мешай кадру. Первый пошел в морозилку. Мороженка есть. Интересно, вам не девать морковь потом тертую, если морозилка будет забита. Да, наверное, что нам тут мы с хренотенью.